В 1986 году Московская филармония предложила мне создать татарский ансамбль в Москве. Мне предоставили репетиционную базу, музыкальную аппаратуру, и я с большим энтузиазмом принялся за эту работу. Вначале я нашел молодых музыкантов из рок-группы. Затем к нам пришла молодая певица Неля Фатехова, сейчас заслуженная артистка России. С первых дней со мной также работал Мирсаид Сунгатулин, народный артист Республики Татарстан. Я также нашел баяниста, замечательного человека, который, к сожалению, рано ушел из жизни. Это Тимур Таиров. Вот здесь, на этой фотографии, мы все вместе. Также в то же самое время пришла к нам замечательная молодая студентка Московской государственной консерватории Гульфира Саитова, габаистка. В настоящее время она играет в оркестре Малого художественного академического театра. Спустя полгода ко мне в коллектив пришел солист оркестра под управлением Анатолия Кролла Равиль Харисов. Коллектив вначале был довольно большой, 15 человек. Назвал я свой ансамбль «Московский татарский ансамбль Байрам». И начались гастроли по стране. Мы с успехом выступали в разных городах. Москва, Казань, Ульяновск, Уфа, Стерлитамак, Пермь, Ишимбай, Салават, Самара, Саранск, Йошкар-Ола, Астрахань, Донецк, Киев, Ростов-на-Дону, да и где мы только не были. В 1988 году мы стали дипломантами фестиваля татарской песни в Казани. И на казанском телевидении прозвучала моя песня «Байрам». Именно с этого момента наступило настоящее широкое признание нашего ансамбля. Летом 1989 года ко мне в ансамбль пришла никому еще неизвестная татарская певица Хания Фархи. Она внесла неоценимый вклад в дело нашего коллектива, а также и в мое творчество. У нее очень удачно получались тексты на мою музыку. И таким образом у нас на свет появилось достаточно много песен, в числе которых песня «Саганам Синя Петряч». Эту песню была объявлена казанским телевидением «Песней года». Такова была популярность этой песни. Запись этой песни на студии я осуществил в 90-м году после наших гастролей в Пестрецах. А после этого пригласил весь свой ансамбль в Москву для того, чтобы записать виниловый альбом. У меня была в то время такая возможность на всесоюзной студии грамзаписи «Мелодия». К сожалению, печальные события августа 91 года, так называемый «переворот», нарушил мои планы, гастролировать стало невозможно. Я решил подарить Татарстану название своего детища, назначив Ханию руководителем этого легендарного коллектива. Всегда с благодарностью вспоминаю всех участников этого проекта. Какими бы качествами они ни обладали, хорошие были или плохие, рассудит время. В одном я абсолютно уверен. Я всегда честно был предан делу искусства, а не халтуры. И поэтому был слишком требовательным к исполнителям. Где-то на просторах татарской эстрады, я надеюсь, еще существует мой кораблик под названием «Байрам». Я давно помахал ему рукой вслед. Счастливого тебе плавания, Байрам. Ты для меня все равно –